Это старый ратхаус, ратуша в Ганновере. Старинная ратуша. Старинная церковь. Это старый город, получается. И мы сейчас идем на Вайнахтсбазар. Вайнраздетский базар. Ратхаус. Церковь. Там рядом с церковью мы идем туда сейчас. И красивая старая ратуша. Смотрите, какая красота. Старый кирпич. Разливают церковь. Вайна Шенке. Здесь разливают вино горячее. О, здесь вот эта церковь старинная стоит. А вот это старая ратуша. За ратушей на этом месте, в площадке, идет Вайнахтсмаркт, конечно. Продают вино, булочки, ну, всякие вкуснятины тоже. Как всегда, любят немцы сюда приходить покушать. В основном сюда приходят немцы всего лишь тоже набить животы. Вот. А здесь мы карусель, конечно, сейчас покатаемся еще, конечно, карусель. А здесь всякие сладости, всякие орешки, вкусняшки. Вот, вот карусель. Вот наша доченька ждет, хочет на такой карусельке покататься. Сказала, она хочет на лошадке покататься. Такая карусель у нас стоит, и она очень-очень хочет на карусели покататься. Наша доченька едет.